Ваш ребенок не слушается, вы постоянно повышаете голос, заставляете, давите, наказываете, а потом вас мучает чувство вины. Хотите это прекратить раз и навсегда? Давайте вместе попробуем другой подход к воспитанию. Подход, который основан на любви и уважении и к себе, и к ребенку. Это то, что поможет вам переломить ситуацию, и вы наконец-то получите спокойного, послушного, а главное, счастливого ребенка. Вы станете увереннее в себе, будете всегда знать, как повлиять на ребенка и как вырастить из него достойного человека. Приходите на мой бесплатный марафон «Волшебная формула воспитания». Всего лишь за 4 дня я расскажу вам о самых главных и важных инструментах позитивного воспитания, и мы вместе начнем их практиковать. Вы станете спокойней, а ваши дети послушнее и счастливее. Регистрируйтесь прямо сейчас.